Всем доброе утро. Смотрите, какое у меня пушистое счастье в руках. Вот такие наши красотулечки, деточки. Мы вышли на улицу, немножко погуляем. У нас хорошая погода. Было немножко мороза, -3 утром. Сейчас я думаю, что уже нет. Солнышко прям потрясающе, классно, тепленько. Поэтому я захватила и наших пушистых малышей, чтобы они здесь побегали, поигрались. Сейчас посмотрю, как они будут себя вести и реагировать на травку. Травка немножечко мокроватая. Ну ничего, ничего. Вчера мне не получилось их покупать, поэтому мы сейчас погуляем и, возможно, потом я их покупаю. Ну, это не столь важно. Детки насладятся и, думаю, будут счастливы. Так, вот такие красотульки наши могут быть вашими. Вот, да, вот такие сладкие-сладкие мальчишки. И девчоночка Флорочка, вот такая малышка, ждет своих владельцев. Деточки полностью привиты, имеют документы, клеймо, приучено всему-всему-всему. Всем премудростям и спа-процедурчикам, и расчет. Вот такие прекрасные зайки ждут своей семьи. Доставочка есть в любую точку мира, а стоит только захотеть. Наши деточки самые-самые красивые, самые счастливые, выросли на свежем воздухе. Вот такие сладкие-сладкие зайки. Обращайтесь. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик, код, видео.